Здравствуйте, дорогие друзья. Нашел в библиотеке в своей такую вот игру замечательную, This War of Mine. Это моя война. И хотел бы сегодня с вами ее пройти, написать свою историю. Давайте посмотрим. Игра очень-очень давно уже вышла, если я не ошибаюсь, в октябре 2014. Вот, примерно уже год прошел. Прошел я ее так же давно уже. Давайте будем вспоминать. Так. По-моему, у меня даже... Ага, да, есть история. Немножко сейчас изменим тут. По-моему, вот этот Борис, это повар. Этот у нас... Не помню, как его звать, но он отвечает за постройки. То есть, минимально берет ресурсы для построек. Это у нас... ну, бесполезная, я считаю. Потому что она... Что она? Она повышает просто, по-моему, настроение, насколько я помню. Это у нас... Не помню кто. Тоже, я считаю, что бесполезно. Это вообще бесполезный математик. Он и очень слабый, постоянно трусливый, и мало переносит все, и, не знаю, беспонтовый. Этот у нас грузчик. Но проблема в том, что он очень медленно бегает. Там есть одна локация со снайпером, и постоянно его подстреливают. Вот я не знаю, сейчас подумаю, его обратили вот это вот. У этого 17 ячеек в рюкзаке, у этого 15. Вот это вот я не помню, кто это, если честно. Это у нас... По-моему, из депрессии она выходит очень хорошо. Это у нас с детьми работает, но я так и не знаю, нафига она нужна, потому что детей у нас... В игре я так и не встречал ни разу. Это Катя. Катя у нас очень хорошо торгуется. А Роман... Роман у нас, по-моему, бывший спецназовец. И очень хорошо защищает дом. Вот, ну, также он из-под тишка хорошо убивает. Ну, убивать, в принципе, я не собираюсь никого. Поэтому я его брать не буду. А вот она очень пригодится. Потому что мы будем сварить. Варить мед в подвале и продавать. Так, значит, интенсивность конфликт. Ситуация в городе серьезная, все виды продовольствия дефицит, цены на черном рынке постоянно. Так, я вот не помню, лучше, наверное, все-таки пока поставить умеренно, а потом, если что, с вами поиграем на очень сложный. Так, здесь рано посередине. Давайте посередине игры умеренное. Да, приступим. Да, насколько я помню, здесь два дома. Один такой вот деревянный и второй кирпичный. Но мне вот больше нравится почему-то деревянный. Не знаю почему, но больше симпатии я к нему. Так, и в первый же день нам нужно быстро-быстро все это разгрести. Потому что, по-моему, со второго или с какого-то там дня начнут на нас уже нападать. Нам надо еще дырки все залатать. Так, поехали. Так, ты побежала сюда. Ух ты, больна она. Ну чё, подлечим. Так, ты сюда. Ты побежала вот этот завал. Ты давай наверх. Так, побежала. Надо бы сейчас кровать, наверное, ей сделать, пускай лежит, потом отдыхает. Стоп. Куда ты? Так, ты сюда. Вы гребите, гребите. Так, ты чё? Вот управление чё-то как-то не особо. Либо у меня руки. Так. О, шкаф. Шкаф ещё. Так, ты побежала наверх разгребать вот этот завал. А ты пошёл разгребать... А, давайте. Так, стоп. Или...
сюда, давай, сверху. В подвал потом пойдем. Давай, разгребай. Интересно, сюда можно поселиться что-нибудь или нет? Так, ты иди сюда, а ты мастер на все руки. Или кто это нам? Борис Бритва, блин. Чё за фигня, а? По-моему, проще вот так вот выбирать их. Так, иди сюда. Давайте станок изучим. У нас станок. Так, позволяет делать инструмент. Давай поставим его сюда. Кстати, хочу заметить, что вот этот вот мастер на все руки, им можно начинать строить, а заканчивать уже кем-то другим. То есть вот так вот я поставил, все, могу я отправлять сюда уже другого персонажа и им строить. То же самое и повару. Допустим, вы поваром начали там строить, а остальное кто-нибудь подбежал и доготовил. Так, ломаем. Позволяет чинить сон. Блин, топор. Топор нам нужен. Поломать всю мебель здесь. Чтобы заколотить дырки в доме. Так. Блин, надо было, наверное, все-таки в подвал идти. Ну ладно. Ничего. Так, ладно, тогда заканчиваем день, я думаю, потому что здесь все уже, да? Да, все уже, больше ничего не разгребешь. Все, давайте завершаем. Ай, блин, надо было кровать построить. Ладно. Ладно. Так, побежали. Так, давайте добываем. Насколько я помню, первой локации здесь вообще никого нету, так что можно быстро-быстро все лутать и бежать домой, там, нести самый ценный ресурс, там, на кровать как раз, на апдейт вот этого станка. Давайте мы пока все возьмем. Бери все. Бери. Ручки сгребущие, блин. Так, вот сюда мы выкидываем, значит, это берем, это все берем. Так, дальше здесь что у нас? Так, это берем. О, вот это вот надо взять. Наверное, вот так вот сделаем. Так, помидор нафиг не надо. Мы возьмем. Давайте, наверное, еще. А, мне вот патроны не нужны. Потом возьмем. И думаю, все, да? Сейчас посмотрим, там еще что дальше есть. Ну, насколько я помню, здесь еще пистолет где-то был. Так, здесь
Петрелли. Здесь что у нас? Ничего. Да, медлительно, он медлительный. Так, берем. А, давайте разгребем. Время у нас есть еще. Надо будет лопату, кстати, сделать. И намного быстрее все. Ну, вот он тоже говорит об этом. Да ты мысли мои читаешь, чувак. Че, мышка? Вот непонятно мне одно, почему в таких локациях нельзя ставить ловушки. Насколько помню, ловушки можно ставить у себя дома. Я их ставил в подвале. Но вот здесь вот у меня так и не получилось. Если вы знаете, как поставить здесь ловушки, то напишите, пожалуйста. Буду очень благодарен. Ограбили, два дня спустя они убили наших девчонок, я перестрелял всех. Я больше не хочу брать в руки пистолет, я сломал его и закопал в саду. Ага, вот, в саду. Пойдем сейчас искать. Так, а, все, да. Ну и ладно. Так, поскакали. Нет, в следующий раз я его не возьму. Блин, что-то медленно бегает. Ага, вот он, пистолет. Так, все, побежали к выходу. Да, много сегодня ты принес. Очень хорошо. Так, теперь ты иди сюда. Давайте посмотрим сначала. Стоп. Сколько нам на монтировку надо? Так, монтировку. Да, давайте монтировку сначала сделаем. Я думаю, две кровати даже надо будет сделать срочно. Так, ты идешь. Чё, слегка больно? Блин. Ты идешь сюда. Так, кровать. Где у нас кровать? Давайте делаем кровать. Поставим сюда вот одну. Стоп, ты иди. Делай и спать ложись. Ты ломай. Так, а сколько у нас там на время? 24-41. Ну нам, да, хватит и на кровати на это. Давайте сначала обновим. Так, время есть. Так, разбирай завал. Делай топор и сделаем кровать. Так, ты спать ложись. Кстати, вот слегка больна, когда
надо никакие таблетки есть, не надо там перевязываться, если там слегка ранен. Просто лягте, поспите там. По-моему, 2 дня, что ли, и все проходит. Я раньше не знал, я всегда таблетки жрал там. Так, 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 что я хотел? А, я хотел кровать сделать. Кровать вторую поставим рядышком. И пойдем... О, 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 все. Сейчас будем рубить. Так, ты иди ставь, а ты будешь рубить все. Так, 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 так. Сначала сломаем. И, насколько помню, я тоже постоянно, когда, ну, первый раз начал играть, было написано, что голоден, или, по-моему, слегка голоден, я не помню. Но я постоянно ел, 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 у меня в итоге еды не хватило. А потом где-то на форуме прочитал, что нужно их кормить, когда у них сильная голодуха начинается. Так что, кто еще не играл, знаете. Так, иди руби. Так, ты у нас сломаешь. Ломаешь, я сказал. Так, опять я не дал. Ёптель-моптель. Да ладно, еда. Вот, вот, голоден как раз. Не надо его кормить. Он, по-моему, через 2 дня только у него будет сильный голод, и тогда уже можно покормить. И то, когда сильный голод, у вас есть... По-моему, сутки. Да, сутки. И на вторые он уже умирает. Так, посмотрим, что тут. Спички как раз. Так, ты идешь сюда. А, нам надо еще сейчас это поставить, печку не забыть. Надо будет печку не забыть. Так, это ломаем. Ну, давай тут ломай. Как можно быстрее самогонный аппарат построить, потому что торговать будем с помощью самогонки. Так, стоп. Стоп. Лопата, лопата. Нафиг нам лопата? Лопата нам сейчас не нужна. Не нужна. Так, монтировка у нас есть. Так, лопаты, по-моему, отбиваться можно. Хотя бы на всякий случай, наверное. Так, день второй. Мне кажется, еще пока не пойдет. На дне третьем или четвертом только на нас нападут. Поэтому поставим плиту. Или вот. Давайте плиту. Да, у нас пока есть. И ставим ее рядом с холодильником. Чтобы далеко не бегать. Давай, побежал. Побежал, побежал, побежал. Успеешь, не успеешь. Делаем ставки. Успеет или не успеет. Так, ставки сделаны, господа. Да ясно, что ужасно. У нас 2 кровати вроде есть. Третью еще потом поставить. Так, ты идешь добывать, ты спать в кровати, спать в кровати. Голоден слегка поздно. Блин, так. Давай ты будешь спать, ты лучше это, потому что нам еще строить, чтобы ты выспался. А ты идешь...
Да, сюда же. Забираем оттуда. Да, пока разбирать не будем, потом прибежим, если что, разберем. Так, все, пошли. Так, здесь все заберем. Пистолет. Так, давайте вниз спустимся, там все выгребем, чтобы больше туда не спускаться. Да, так, возьмем морковку, потому что кушать я не хочу, наверное, воды возьмем. Это мы выложим. Давайте ладно, сюда. Блин, взять не взять. Пока не надо. Нам, я думаю, сейчас надо поставить мышеловку одну в самом начале игры и начать заколачивать дом. Так, взять. Ага, вот не хватает. Так, а вот эту всякую ерунду. Так, пистолет. Обойдутся пока без курева. Там, по-моему, один или два курильщика. Сейчас посмотрим, где я тут. Это, наверное, не в этой. Не в этом меню. Так, 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 так. Берем. В следующий раз без монтировки сюда придет. В принципе, у меня обычно такая тактика. Сначала все ломать, там брать с собой лопату, ножовки. Сейчас это, конечно, легче. Я примерно помню, где что. Вот. Так, книги. Книги, ладно, пока не надо читать. Так, это тоже пока не надо. Так, вот это будет взять. Так, мы торговать. А, вот, давайте вот этот выкинем. Возьмем вот это вот. Да, вот так вот сделаем. Да. Ну и все. Так, мы вернулись домой. Давайте быстренько мастерить. Так, я надеюсь, вы еще... Ага, вы только голодны. Так, где ты, где ты, где ты? Так, ты иди пока, наверное, поспи. Так, ты иди сюда. Блин. Так, ты устал. Ладно, ты фиг с тобой, пока спать не будешь. Так, мне надо... Мне надо... мышеловку. А
Шовка. Где? Жилет налить надо. Вызывайте вещество, позволяйте получить. А, точно. Точно, точно. Так. Ладно, давайте. Делаем. Обновляем. Сейчас побежим, потом опять возьмем. Вот эту, кстати, сейчас тоже надо печку обновить, потому что она будет меньше кушать спичек. Спички, блин, дефицит. Берем просто так пилить, что-то неохота. А вот как раз и с кем торговать можно. Давай, дорогая, пойдем. Так, что ты? Так, так. Вот, как раз клетку можно делать. И... Давайте, наверное, раз на клетку не хватает у нас, давайте сделаем вот это. Раз. Два. Потому что сейчас следующую ночь к нам должны прийти уже. Три. Все, три, да. И пойдем залатаем. Ты у нас латай тут. Ты у нас латай тут. Ты у нас латай. Тут. Ух ты, я тут еще не залатал. Ты у нас. Давай посмотришь, что у этого чувачочка есть. Так, что мне надо? Вот, мне вот это. Даем ему алмазы. Алмазы. Пистолет. Пистолетчики. Давайте у него все возьмем, вот все эти инструменты. Возьмем сахар. Сахар нужен. Так, что нам из инструментов нужно? По-моему, ничего. Так, а еще что-то может быть? Давайте, ладно, вот так вот сделаем. Так, все, спасибо, до свидания. Иди спи дальше. Так, ты здесь чини, а ты чини тут. Борис. Что не понимаю, почему повар не ложится спать? А, он не уставший. Давай, отойди, работай. Работай, нигер! Так, ты. Давай посмотрим, что еще можно сделать. Наверное, еще одну кровать сейчас сделаем. Ножовка пока не нужна, лопата. Лопата. Да не, нафиг тоже не нужна. Ставим мы ее. Так, сюда нельзя. Да, сюда поставим тогда и все. Давай, беги, беги. Так, это
раньше они просто выбрасывали сломанные вещи, мне было тяжело зарабатывать со своей мастерской. В день я обслуживала, бывало лишь пару клиентов. Так, ладно, чего интересного. Так, кофеманка. Такая, ты кто у нас? Кофеман. Ух, ё. Лишь мне кофе-то на вас запастись. Курильщик. Курильщик. А, по-моему, вот в этом меню, да? Да, 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 вот, вот, вот. У нас только один стол, у нас есть кровать, и мы спим в нормальных условиях. Если кто-нибудь заболеет или получит ранение, им будет негде отдохнуть. А, где отдохнуть? У нас нет радиоприемника, но это пока не нужен. Несколько книг, хорошая книга. Так, жить тут лучше, чем в развалинах. Нам не хватает кофе и сигарет. Ну уж извините, как-нибудь потерпите. Так, мы заделали все проломы в стенах. Даже если нас спящим, мы сможем отбиться от небольших банд мародеров. Так, надо теперь еще первым делом сигнализацию сейчас поставить. И все, и можно быть спокойными. Сделать там 1-2 пистолета. И остальное быстро-быстро развиваться дальше. Так, так, так. Все, завершаем день. Опять идешь добывать. Сейчас пищу, наверное, возьмем. Так. Спать, спать. А, ну все, остальные все спят в кроватях. Пошли. Так, чуть не помню, я там забрал все внизу. Да, все забрали внизу. Давайте хапчик возьмем. Так, все. Блин, надо было топор с собой взять. Ну ладно. Это возьмем. Ладно, следующие эти, когда будем идти, будем с собой топоры брать. Так, возьмем это. Возьмем это. Давайте, ладно, сигареты это возьмем. Хотя нафиг мне этот помидор-то. Так, здесь все возьмем. Здесь тоже все возьмем. Вот здесь. Так, ладно, пока не надо. Надо запомнить, здесь лекарства остались. Да. Это не надо, это не надо, это не надо. Помидор нафиг, трава нафиг. Это возьмем. Блин, я вот патроны еще не скоро буду делать. Вот. Ладно. Все, пошли. Ну вот, началось. О, жесть. Он хоть никого не это. Замочканули. Так, где у нас мастер на все руки? Давай, иди, чини. Блин, не хватает. Ёпт.
Так, ладно, давайте-ка мы сделаем лопату для защиты. Ты идешь поварёшка варить. Блин. Ну ладно. Ладно. 4 штучки. Сделаем. А где у нас Катя? А, спит. Наверху. Иди ешь. О, что я и говорил. Уже выздоровела. Погодите, сейчас мы поедим и откроем. Так, ешь. Так, ты кто такой? Давай, до свидания. Ну давайте ему поможем. Так. Да. Так, ты голоден, иди спать. Тебе на вылазку. Ты ешь. Блин, наверное, все-таки зря я эту кровать пока поставил. Надо было жилище улучшить. Так, завершаем день. Добывать. Давайте охранять, пускай охраняем. Так, давайте сюда сначала. Возьмем с собой ломик. Так. Сколько я помню. По-моему, там не было ничего. Никаких развалин. Так, бежали. Да, конечно, безопасно. Куда же деваться-то? Жить захочешь, не такое сделаешь. Пошли. Так, еды надо, еды. Хотя нет, не надо. Опять вкраду. О, кстати, хотел. Я совсем забыл. Еду можно готовить. И не доготавливать. То есть начинайте готовить и все. Тогда они ничего не своруют. Вот сейчас мы так и сделаем. Она не протухнет, кстати. О, мне еще надо воды это сделать. Ну, есть, все-таки есть. Я давно уже играю, уж половину не помню. Так, здесь берем тебя нафиг. Давай тоже. Давайте все по максимуму сломаем, тут потом. Без Фомки прийти и без лопаты. Так, что такое? Тоже ты ничего. Ничего хорошего. Здесь что? Сейчас больше всего волнует апгрейд. Апгрейд дома. Надо сигнализацию срочно ставить. Так, давайте вот это, наверное, разгребем. Да я знаю. Ну, блин.
Да, время еще есть, так что старайся уж. Вообще, на самом деле, после такого разгребания он сильно должен устать, по идее. Потому что такие глыбы все это разгребать. Кошмар. Ну здесь, о, ну в принципе вот это для торговли только если брать. Так, давайте следующую ночь придем. Так, время есть у нас еще. Давай вот эту разгребем. Так, по-моему, не успеет. Да, да, да. Знаю, знаю, знаю. Ты крыс, да, крыс. Вот взял бы ее, блин, стукнул фомкой. И все, и в карман. Вот тебе и мясо. Обязательно сюда сейчас придем, все это заберем. Ух ты, может, день пятый, я что-то даже не заметил. Честно, нас опять должны были напасть. Нет? Странно. Так, куда пошел? Иди сюда. Быстро, быстро. Так, ты спать. Ты спать. Ты... Чё я хотел сделать-то? Блин. Так, это нафиг не надо. Клетку. Мне нужна клетка. А хватит мне, интересно, на воду? Да, да. Сейчас сделаем клетку, сделаем этот. Размещаем клетку здесь. Идешь ты. Размещаем водичку. Ну, да. Так. Посмотрим. Так, так. А я вот не помню, хватит, не хватит. По-моему, хватит, да. Размещаешь здесь. Ты иди. Да.
это дело. Да, кстати, все соседи или торговец приходит до 10 утра. Вот, если никто не пришел, можете смело потом завершать день. Так, еда. А, у нас еды как раз нет. Ёптель-моптель. А, хорошо, хоть это есть. Сырая еда. Да. Будем ловить. И после того, вот как поставим, лучше здесь не бегать, чтобы он быстрее поймал. И вот я не помню, по-моему, не зависит от того, как, какую еду вы положите, то есть по скорости ловли, там, мясо или тушенку, или гнилой помидор. То есть она с одинаковой скоростью все ищет, ловит. Так, фильтр надо понаделать сейчас. Штучки 3, наверное. Так. Да. Кстати, а ты можешь... Стоп, а ты можешь... Ну, подожди. Так, чё? Ага, значит, следующий. Мне надо доски. Вот эти вот фигнюльки, запчасти. Так, 3 штуки. Так, здесь у нас 6 уже, значит, штук получается. Так, ладно. Шесть штук. Блин, я, по-моему, там и не наберу 6 штук. Я ж покупал. Так. Зимой, кстати, не работает фильтр. Воду топить надо будет на плите. Будем выходить, снег собирать. Ох, то у нас плюс 16 уже. Надо печку уже мастерить. Ёлки-палки. Так. Все, побежали. Значит, ты у нас добываешь. Ты устал, спишь. Ты охраняешь. Идем сюда же. Так, мы с собой уже ничего не берем, правильно? А давайте топор возьмем. Поломаем мебель. Побежали. Так, надо бы еду взять, потому что, мне кажется, сейчас они захотят есть уже. Так, 4. 3. Воды не надо. Воду и сахар возьмем, когда... Так, это тоже, наверное, не надо. Так, и здесь мы, наверное, 2 штуки возьмем. Чтоб не стырили у нас ничего. Так, воду. Так. Все. Давайте переложим. Там просто удобнее было брать все в одном месте. Так, ты идешь нафиг. Ну давай. Тоже нафиг. Надо сейчас опять коробки взять. Доски.
обязательно доски. Давайте сейчас, мне кажется, придет этот торговец. Пули пока не надо. Ты что-то крадешься? Побежали. Так, все. А, нет, мы возьмем все и переместим. Точно. Так, вот сюда переместим. Так, здесь возьмем это. Так, а чуть сахар тут взял-то? Непорядок. Так, наверное, мы еще доски выкинем, что ли. Не, хотя доски там нужны были мне. Все, побежали. Надо еще раз сюда пройти. Эй, ты где? Опять на нас нападут. Нет. Я не Ванга. Так, иди спи. Ух ты, очень глоузы. Так, очень глоузы. Так. Что же мне надо было сделать? Быстро сюда. Цивилизацию надо. Хватит. Я не взял. Ё-моё. Ну, ё-моё. Да. Ну и ладно. Так, ты повар. Да и отстань. Давай, готовь. Похлёбки. Сейчас, в принципе, все пойдем отдыхать, наверное. Так, где ешь? Ну, сейчас я тебе сигареты принесу, блин, опечален. Да, вот как я и говорил, до 10 часов. Сейчас поторгуемся с ним. Так, ты. Да, удастся. Обогреем. Так, диван спать, наверное. И иди вставай. Вообще, бросайте курить, вставайте на лыжи. Вообще, я не советую. Я даже ни разу не пробовал жить. И ничуть не жалею. Я просто... батя очень сильно курит. Я просто по детству помню. Мне запах сигарет не нравится. Поэтому я даже и не пробовал. А, вот у него, кстати, сейчас возьмем. Есть чем поторговать. Так, это... Давайте ему таблетки отдадим, нафиг они нужны. Щедро, говоришь? Ну, мы сейчас тебя понаберем тут щедро. 3, 4. Так, что ж у тебя? Сигарет, что ли, взять? Давайте патрон всегда в дефиците. Вот это возьмем. Ладно, все, так все. А кофе можно?
Где кофе-то? Окей, Google. Эй, с той стороны. Так, пошли смотреть, что тут можно сделать. А, давайте посмотрим. Так. Ты бежишь сюда. А, ты... улучшай. Да, улучшаем и сейчас ставим сигнализацию. Если, конечно, хватит там. Ага, значит, коробок 10 не хватает, да? Отлично, сейчас мы принесем. Так, если я поставлю самогонный аппарат, то мне будет не хватать уже 12, 22 коробки. Так, 22 коробки. Нет, давайте, ладно, сейчас лучше коробки принесем, поставим дверь, а потом уже будем думать с самогонным аппаратом. Так, ну-ка, пошли, посмотрим печку. Дай. Дверь, ну да. Ладно, давайте завершаем день. Бывать, спать. Давайте ты охранять. Так. Подвал сейчас все вынесем. Чтобы туда тоже не спускаться больше. Там темно и сыро. Так, где отсюда? Ладно, блин, без курил пока, пацаны. И без патрона. Все равно стрелять нечем. Так, мне коробки нужны. Первым делом коробки. Ну давай, возьмем тебе кофе. Дай тебе и сигарету возьму. Так, а сколько у меня? Два. Я, по-моему, пистолет уже могу делать, да? Давайте возьмем. Я надеюсь, что мне на пистолет там хватит. Так. Так, блин, жаль, я могу посмотреть, что у меня в ящике дома. Так, три. Возьмем. Давайте помидоры ставим, вот этот вот. Там, по-моему, был у нас.
Да, заберем сейчас там тоже все эти самокрутки долбаные. Все, скакали. Началось. Блин, блин, блин. Блин, блин, блин. Срочно нужен пистолет. Ёптель-моптель. Так, давай быстренько посмотрим, сейчас пистолет можно делать, нельзя. О, да! Это хорошо. Сколько патронов у нас? Отлично. Так, иди спать. Фильтр заправь. Так, ты ничего пока не делай. Так, что еще можно сделать? Так, да. Сигнализация. Вот, точно, сигнализация. Давайте. Блин, коробки, коробки, коробки. Давайте тогда самогонный аппарат сделаем. Самогонный аппарат. Тогда полностью загрузим, сейчас пойдем коробками, да и все. Так, ставим рядом с водой. Размещаем. Сейчас там доделают. Давай, поваренок. Кстати, мой совет. Повар, он также экономит ингредиенты на вот эту всякую бормотуху и спирт. То есть лучше готовить им спирт, эту брашку, блин. А если там выращивать что-нибудь, то это, по-моему, без разницы, насколько я помню. Ну, это посмотрим еще, дойдем когда-нибудь. Так, есть. Да, давайте сделаем. Перегоним самогон. Я думаю, давайте эту серию закончим. В следующей серии уже пойдем дальше, на следующую вылазку. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи.